Сегодня в Комсомольском районе открылся новый детский сад. Его строительство велось почти год в рамках программы развития дошкольного образования. Почетные гости во время торжественной церемонии отмечали, что сельский садик ничем не уступает городским. В этом убедились и мои коллеги. В этой детской стране маленькому Рамилю интересно все. Красивые игрушки, новые друзья и доселе невиденная аппаратура нашего телеоператора, которую вот так вот запросто можно потрогать руками и даже на вкус попробовать. Валя, хорошо в садике? Валя, пообщайся, может, я тоже пообщайся. Валя, как в садике? Хорошо? Хорошо. Родители не да. Хорошо. Вместе с Рамилем в детский сад пришел и его старший брат. Родители мальчиков этого дня ждали с нетерпением. За тем, как строилось здание, они наблюдали каждый день из окон своей квартиры. День и ночь работали, всю зиму работали. Прям мы следили. Потому что дом тут рядом, очень сильно работали. Воспитательницы очень хорошие, нянечки, все-все. Оценить работу подрядчиков приехал и глава республики Михаил Игнатьев. На строительство садика из бюджета было выделено более 80 миллионов рублей. В своей очереди дождались 140 ребят. В ближайшее время проблему нехватки мест в садиках удастся решить не только в Комсомольском районе, но и по всей республике. Наша задача в 2015 году... 100% закрыть проблему мест для детей в возрасте с 1,5 лет. До конца года мы еще 6 детских садов будем вводить и практически 1 миллиард рублей на все это выделяем. Ребят уже с малых лет будут обучать работе на компьютерах. Здесь оборудовали современный интерактивный класс. Новая техника в музыкальном зале, новая мебель в спальнях. О таком и не мечтали, говорят многие родители. Но глава региона оценивал не только начинку, проверял и все, что скрыто от посторонних глаз. Трубы есть? Есть. Теплая? Нет. Теплая. Подтверждаю. Изюминка детского сада – площадка дорожной безопасности. Знаки, разметка, тротуары и пешеходные переходы. В республике подобных автодромов нет еще нигде, но они необходимы. Ребят будут обучать правилам поведения на дороге, и из них вырастут грамотные пешеходы. Детский сад «Радуга» возвели на окраине села. Этот район в Комсомольском развивается с каждым годом. И его уже впору называть не иначе, как молодежным. Именно здесь строятся новые дома, в которые заселяются молодые семьи. Наметился неплохой демографический скачок. И уже очевидно, что в ближайшее время в Комсомольском необходимо будет построить еще один новый детский сад. Родители об этом попросили главу республики. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.